Минском, как играл Локомотив против итальянских команд. 2000 Мотива есть шансы хорошие побороться за место плей-офф Лиги Чемпионов. Ну и полностью выкупил Ювентус на эти два дня. И, соответственно, Лука и Леонардо Бонуччи. Ювентус последний раз... Слева играет 31-й Рыбус, справа номер 20-й Игнатьев, в центре четвертый португалец Эдер, главный тренер Юрий Семин. Не играет свой вороны. 19-й Бонуччи, 24-й Ругани, линия хавбеков 5-й Лиздим, насколько я это могу видеть. Но поехали. В меньшинстве. Игра стартов. Ювентус и Атлетика лидируют. У команд по 7 баллов. Ну а что касается московского Локомотива, у Локу есть победа в первом матче. Новой бросает Александро. Перехват мяча Алексей Миранчук. И еще один свисток Буке, на этот раз на газоне Адриан Рабьо. Удар по воротам и на месте. Ой-ой-ой-ой-ой, ну как же так? Как же так? Это что было? Это что произошло с Гильермо? Это необъяснимо. И вот один из главных вопросов этого матча. Игнатьевым возвращает мяч Владислав штрафной. Ругание снова. И как мяч дали Жоу Марио. Он штрафной. Удар по воротам. И мяч пролетает над перекладиной. Неплохая атака Локо. Отметьте мы, конечно, Крыховяка, который перехватил мяч и атаку разогнал. Далее Марио. Есть вариант у него впереди. Но какая же плохая передача. Длинный пас на Криштиану Роналду. Ну как же так? Сейчас успел. Хеведес, ну, снова Роналду остался один, и левом фланге. Еще одна подача в штрафную, Леонардо, передача дальше в штрафную. Ну, Войцек Честный здесь ситуацию, конечно, контролировал, не успел Рифаджи Малединов к этому мячу. Ну что же, видим, что... И на правой бровке, при этом видно, что они так более-менее... На Данило, и здесь... Надежно действует. Мяч в штрафную площадь. Удар головой и мяч. Мяч в воротах. 1-1. 1-1. Алексей Миранчук сравнивает счет. Прекрасная атака Локомотива. Подача с левого фланга. И Алексей Миранчук пробил изначально головой. Попал в штангу. И далее перед ним уже были пустые ворота. Браво. Гол. На основе паса. Подача в штрафную. Это все ясно, но все же важно, что он не выключился из эпизода, в отличие от Бонуччи. Миранчук продолжил движение и добил этот травма. Крестообразный сейчас Гигуаин. Ошибается Гонсало Гигуаин. Под удар Жемолетинов. Рикошет, и мяч летает на угловой. Был матч с Торино. Дерби, важнейший дерби для Ювентуса, которая ошибка очень обидная. Роналду получает мяч, удар по воротам. Не получается удар у Криштиану. На самом деле у него и штрафной, на мой взгляд, не особо получился. Да, мяч летел. Мяч. Роналду в штрафной. Прострел Криштиану. Здесь Крих. Снова Рыбус. Пас в штрафную. И на месте Честный. Мне показалось, что Миранчук имел свободное пространство. Мяч был под левой ногой. Мог уходить в центр и Путонех на южной трибуне. И болельщики Лока. Марио, Марио в штрафной. Может пробить по воротам и блокирует удар Данило. Снова Миранчук. Легко уходит от оппонентов. Удача на левый фланг. Подает Сандро. Здесь Баринов. По штрафную Хидира. Не догоняет. Это удар не получится. Еще один навес. И... мяч попадает в сетку с внешней стороны. Снова Миранчук. Между прочим, головой бил по воротам. Там же был и Хеведес. Прекрасная игра пяткой. От Марио Рыбус подает на дальний рост. Трудом мяч догоняет. Навес. Поэтому, конечно, для Сарета абсолютно ключевой. Фук сам тащит мяч. Пас направо. И снова арбитр. Лево. Ну, Дмитрий Баринов здесь ситуацию полностью. Снова Миранчук. Крыховяк. Удар по воротам. Ну, удар. Да, летел мяч в створ. Но очень удобный мяч был для... Прострел Гильермо, что с где мяч? Нормально, нормально, Гильермо сыграл на этот раз надежно. Рабьо он не проиграл. Рабьо направо на Аарона Рэмзи и на газоне. Француз Янич, Ювентус не обращает на это внимания. Собственно, было хорошо известно. Данило, прострел и... Да и он сам ошибки допускает. Но вот передача Гигуаин, опасный момент, Гильермо!
Ну а вот и Гильермо и выручает. Это уже спасение Гильермо. Сложнейший мяч. И Гуаин, конечно, большой форвард. Открылся в правильную зону. Пробил первым касанием. Тут была прекрасная передача от Хикса Сандро. И тот подает штрафную. Рывус спокойно. Еще один навес. Рэмзи. Нет, Роналду. Роналду опередил не только Рывуса, но и Рэмзи. Никого не видел Криштиану. Но Александру Гуаин снова с мячом. И Гуаин. Да, снова было достаточно тревожно. Игру отодвинуть. Слишком тяжело обороняться уже минуту. Был шанс, у Месси был шанс, и не только у них. Это правда. Это где уже? Стадион свистит, Криштиану отбрасывает мяч на правый фланг. Это, в принципе, в этом и есть факторы домашнего стадиона, как ты понимаешь. Так даже немножко страшно, уже Деликта, который регулярно по нему играл. Криштиану Роналду. Нет, мяч. Прострел, Игнатьев, Ругани. Что здесь, панику и ветер? Как, да и в России тоже, во всем мире. Болбой, это парни, которые подают мячи, мальчики. Да, они должны работать на хозяев. Это тактика. Правильно, Нобель, но согласись, будут фланговые защитники Локомотива гораздо смелее. На Джамалетдинова еще один наброс штрафную, но здесь сами Хедира. Пытаясь сбить Ювенту с толку. Подача на Раби. Рыбусь красиво, но не очень эффект. Рабьё. Очень много брака. Пас. Штрафную Роналду. Вышло. Пробил Криштиану. Подача. Врывается. Штрафную Игнатьев, но Алекса. Готовились отдельно к этому вечеру. Еще один фол. Сейчас Бюке обращается к Баринову. Видимо, Данило справа, слева Александров. В центре Бануччи и Руга. Хотят, и сам Леша тоже, я знаю, хочет попробовать свои силы в европейском большом чемпионате, в большой команде. Нарушение правил. Удар Роналду. Гильермо. Зачем ты это делаешь? Игнатьева, подача в штрафную площадь. Баринов через себя. Термин. Знаешь, уже отбил. Уже хорошо. Ну, если мы... Передача на Баринова. Баринов пробить. Ну, не точно. Пробил Дмитрий Баринов. Ну, ему дали возможность. Роналду удар. Гильермо. Это спасение Гильермо очередное. Снова отмечаем мы вратаря сборной России. Да, была ошибка, но потом Гильермо. Снова Эдер. Эдер штрафной, Миранчук. Надо пробить по воротам. Александро забрасывает мяч в направлении Криштиану. Снова Адриан Рабьё может пробить по воротам. Дабы никаких новых мышечных повреждений не было. Хедира в штрафной, но его накрыли два футболиста Локомотива. Чёрлока и Рыбу. Знаем, что Дуглас Коста хорош в первую очередь как фланговый нападающий. Ему нравится именно на бровке действовать. Но давай позволим Урису Сари решение принимать, потому что не знаем. Джамалетдинов снова входит в штрафную площадь. Рифат бьет на фланге. Пас проходит на Миранчука. Миранчук. Удар по воротам. Ну, сложно было, конечно, сильно пробить. Накрывали уже Миранчука. Все-таки не Дуглас Коста, Родриго Бентанкур будет первым из свежих футболистов. Пьянич. Может и пробить удар Пьянич, рикошет. Пас на Криштиану Роналду. И снова Игнатьев. Еще один навес. Эдер. Нет, Бануть. Против Баринова. Баринов не отпускает Сандро и отбирает мяч. Но это разве фол? Мне показалось, на самой верхотуре. В скамейке и в Роме Алисон Беккер тоже был вторым. Роналду, он слева и пробрасывает мяч. Пас проходит на Жоао Марио. Марио пробить по воротам, но не так. Готовится к выходу на поле. Сандро сбрасывает мяч. Дуглас Коста. И... Совершенно неспроста Баринова, и это не шутка, боялись в Ювентусе. Ну вот как мне рассказали люди, знакомые с... Пас на Игуаина. Коста! Коста! К сожалению, качество футболистов
у Ювентуса, который выходит на замену такого уровня, который позволяет практически в одиночку обыграть сейчас все. Вот Денис подает, точно. Игуаин, Рабьё на левом фланге, передача и снова хороший шорлок. Еще сейчас попрессингует он Дибалу, но Дибалу тоже взрослый парень, это не 20-летний. Welcome on what is a glorious night for football, perfect playing conditions. My name's Derek Ray, and joining me for commentary on this game is the former Arsenal and England fullback Lee Dixon. And we've got so much to look forward to. This is where it all begins in Europe's Premier Club competition, the UEFA Champions League, the group stage, match day one action. Lee, this should be magnificent. Well, cheers, Derek. These home fans are going to enjoy this. They surely must. With the team coming as big as this to your club, make sure you don't let yourself down. Don't let those fans down. Don't let your families down. Really, really give it everything you've got. Ignatieff. And here's Miranchuk. He has plenty of support. Well, that's not watertight defending. And the decision is one of offside here. And this is how the hosts will begin the game today. Would you call it 4-5-1, Lee? Yeah, I really like this formation, Derek. 4-2-3-1, really. The two central midfield players supplying support to a three ahead of them, and then a lone striker with a number 10 just behind him. This is how the visitors will set up today. If you like wingers, you'll love this, Lee. Yeah, absolutely. I love to watch a winger play, especially with pace and power. The central striker will stay more or less in front of the goal. The support will be provided by the three central midfield players. The back four is pretty conventional, but the fullbacks will be asked to support from behind. The switch of play now. Ball with Danilo. Now Khedira. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Teammates could potentially join in. Well, that's very smart defending, and now they have the ball again. Khedira. Here's Higuain. Douglas Costa. Danilo. And they'll get ready for the throw-in. Khedira. Danilo. Khedira. Now Khedira. At times they make passing look easy. Costa with it. Barinov. Couldn't keep it. And scope for them to produce something exciting. Matuidi. Cristiano Ronaldo.